В храме немноголюдно. В последний путь Юрия Власова провожают в основном сослуживцы и родственники. О первом губернаторе вспоминают. Трудолюбивый, отзывчивый, любил спорт, занимался наукой. Самый молодой губернатор страны. Серьезный пост занял в 30 лет. Немцов в Нижнем Новгороде был старше. Раз человек смог в 30 лет, подчеркиваю, в 30 лет, 5 лет руководить областью в такой непростой период, это был умный и талантливый человек. Тем более он был кандидат экономических наук, он смог взять власть в то время. Первым быть всегда ведь очень тяжело, очень ответственно и даже, наверное, страшно в то время. Но он смог это вынести, смог это пронести. Править областью в лихие 90-е было тяжело. На страну обрушилась череда потрясений. Владимирцы от губернатора ждали активных действий. В 92-м году пришлось успокаивать врачей и педагогов. Люди были недовольны размером заработной платы. А в 93-м столкнулись с промышленными проблемами. За год останавливалось 71 промышленное предприятие. ВТЗ, ВЭМС, Ковровский экскаваторный завод и многие другие. Но главное, вспоминают коллеги, кризиса удалось избежать. В 96-м Власов захотел баллотироваться на второй срок. Обещал полную газификацию региона, улучшение благосостояния. Но владимирцы выбрали Виноградова. А Власова не только выпроводили из Белого дома, но и завели на него уголовное дело. Доходило до арестов, надевания наручников, что меня поразило. Я помню, задал вопрос одному бывшему прокурору, а что, он бандит или что, зачем его в прокуратуру? Под камеры журналиста привезли в наручниках. Ну, мне сказали, что так положено, хотя это было элементы глумления. Ну, то есть у него очень непросто сложилась жизнь, и, видимо, непросто она и закончилась. В ноябре 98-го без предвинения обвинения экс-губернатора посадили в одиночку Владимирского централа. Подозревали в присвоении вверенного имущества в особо крупных размерах. Кто-то поговаривал, что экс-губернатор лечил зубы за казенный счет. Дело закончилось ничем. Суд постановил освободить Власова во время заседания. Проверку деятельности предшественника, как говорят, организовал Николай Виноградов. Сегодня на прощание коммунист не пришел. На странице известной владимирской журналистки Натальи Новожиловой в Фейсбуке сказано, что Юрий Власов умер от кровотечения в желудке во Владимирской больнице «Красный крест». В больнице скорой помощи нам подтвердили, что смерть была скоропостижной. Спасти бывшего губернатора не успели. Близкие друзья на церемонии прощания упоминали о том, что у Власова были проблемы с сердцем. Ему было 57 лет. Всю свою жизнь отдавал как раз, как помочь Владимирской области выжить в тот серьезный период. Но, к сожалению, так получилось, что вот и болезнь, и тяжелая жизнь, и после он как-то его это сгубило, то, что он оказался как-то невостребованным в Владимирской области, он работал в Москве. Похоронили первого губернатора Владимирской области на Улыбышево. Валерия Саенко, Артем Горчуков, 6 канал.